Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя, и сегодня у нас очередные покупки с Алиэкспресс, которые я накапливала, наверное, месяца два. И хочу показать сначала вот такую вышивку, которую я заказала для писем. Взяла на пробу. Такая вот прекрасная рыбка. Мне показалось, что она очень красивая, и она хорошо сшитая. Да, где-то есть погрешности, как вон там на хвосте, или как здесь вот с глазиком немножко. Но в целом она очень красивая. Была еще бабочка, я постараюсь вставить фотографию, но я ее уже отправила, поэтому у меня осталась пока только рыбка. Я хочу ее разыграть потом на конкурсе, потому что мне кажется, она безумно красивая. Далее я опять заказала вот такой мешочек наклеечек. Мне кажется, это очень красиво и очень мило. Посмотрите, какой здесь котик с крылышками. Такой анимешный. Мешочек из органзы. И здесь наклейки в виде вот таких вот почтовых конвертов. А внутри у них котики. Вот такие вот наклеечки. Очень милые. Здесь 100 штук. Я не считала, конечно, но продавец заявляет, что здесь 100 таких вот котиков в конвертиках. Очень классные. Далее, вы не поверите, наконец-таки пришла моя печать, которую я не знаю сколько ждала. Она шла где-то месяц и 20 дней. Первая печать мне не пришла. И вот, наконец-таки, пришла вторая, которую я заказывала у другого продавца. Она довольно-таки тяжелая. Такая вот деревянная. И здесь у нас надпись For You. Вот она надпись. For You. Задом наперед зеркальная. Когда делаешь печать, то потом видно ее как положено. Обязательно ставлю кусочек видео, как я пользуюсь ею, чтобы вам было понятно. Далее пришли мои штампики. Еще одни силиконовые, которые я очень ждала, они на тематику таких вот печатей, да, AirMail, там тоже AirMail, здесь просто на конверте такая печать стандартная, здесь тоже AirMail, и вот такие вот разные, Бруклин, мне кажется, они очень такие симпатичные, и классно будет ставить их позади конверта. Далее были вот такие вот наклеечки, марочки на тематику ботаники, которые пострадали при вскрытии, к сожалению. Но все остальные в нормальном состоянии. Очень красивые, правда? Я их вскрыла. Сейчас покажу вам. Очень красивые. Я уверена, что скажу себе еще раз. Сейчас здесь 3 листика. Вот такие вот красивые. Красненькие. Затем вот такие. С кроликом просто безумная красота. И вот эти с грибочками очень красивые, с птичкой. Да не все красивые, честно. Здесь написано, что это июль, апрель. Ну и последние вот такие, которые вы уже видели. Так что вот такие вот наклеечки. Следующие наклеечки тоже безумно красивые. Они все с золотым тиснением на тематику ретро. Сказала именно ретро, потому что очень люблю я все вот такое вот. 80-е, 60-е. Прям для моей души билетики такие. Здесь фотоаппараты, велосипеды. Затем у нас здесь Зефир написано. Такие вот очень прикольные кассеты. Затем вот такие вот часы, еще одни часы, еще одни, так, с машинами, бабочки у нас здесь есть, такие вот, безумно красивые тоже, затем домашний телефон, такой вот, теги у нас здесь есть, с бабочками. И вот такие вот газетные странички. Да, в конце у нас есть телевизор еще. Очень прикольные наклейки.
такие красивые, необычные. Можно будет делать из них классные работы. Далее шли вот такие наклейки. Опять я сказала, ну, вот эти коробочные наклеечки. Просто они такие необычные, такие классные. Посмотрите, здесь какие у нас есть животинки. Я не смогла устоять, поэтому я сказала, вот они прекрасные, такие все акварельные, белочки, зайчики, такие вот, кто у нас тут, птички есть, мишки есть, белочки прикольные. Енотики есть у нас, художники. Потом такие птички у нас есть. Розовенькие. У нас еще белочки здесь есть. Есть ежики. Очень клевые. И последний, это у нас скотч. Я опять не держалась. Заказала вот такого скотч. С цветами. Такая черная полоска. Дизайн, мне кажется, у него очень такой интересный, красивый. Как вы можете видеть, здесь 15 на 10 метров. 15 миллиметров ширина его. Скотч бумажный. И он очень легко отрывается. Но клей у него очень такой хороший, сильный. Далее я взяла такую коробочку скотчей, опять набором, 4 штуки. Очень хотела. Серия называется Miss Time, 3-метровая. Мне они показались очень необычными. Я вообще давно искала что-нибудь на тему газет, почты, да, опять же. Это мой второй набор почтовый, только этот даже, мне кажется, лучше. Посмотрите, какой здесь красивый большой скотч. Такие марки на нем, штампы, печати точнее. Очень прикольный. Следующий у нас вот такой. Чисто печати на нем стоят. На белом фоне. Потом вот такой с флажочками. Очень прикольный тоже. И, конечно же, газетный, ради которого я, наверное, и сделала заказ. Потому что он очень прикольный. Состаренная такая газета на нем желтая. Вот. Так что такие вот скотчи. Мне что-то кажется, что у него меньше всего намотка. Так что вот такие вот покупочки. Надеюсь, вам что-то было полезным, интересным. Надеюсь, вам все понравилось. Мне лично все-все-все понравилось. Как всегда, все ссылки вы можете найти на товары внизу. Цены также я подпишу. Всех вас целую, обнимаю. До новых встреч и творчества и креатива вам. Вдохновение. Пока-пока.